Ну что, дорогие любительницы вышивки, вы уже достаточно напуганы? Тогда мы можем продолжать и позвольте представить вашему вниманию мою небольшую коллекцию схем для вышивок по теме Хэллоуин. В американской культуре празднование дня Хэллоуин уже прочно вошло в традицию и с каждым годом увеличивается количество людей, отмечающих этот день. Постепенно праздник приходит к нам в Россию. На самом деле, я абсолютно никак не отношусь к этому празднику. Я не понимаю его смысл, я его не изучала, не узнавала. Вот. Но сама эстетика этого праздника мне нравится. Мне нравится, как выглядит необычно и сочетаются различные элементы и обязательные атрибуты дня Хэллоуин. Это обязательно тыквы, какие-то ведьмочки, пауки, кривые страшные дома, оградки, паутина. Обязательно страшные деревья, вот, и все такое прочее. Очень, ну как можно не обратить внимание на вот такую красоту, как за границей оформляют свои дома в честь дня Хэллоуин американцы. И в Европе тоже праздник этот отмечается. И, конечно, диву даешься и поражаешься, насколько фантазию у людей бьет ключом, и на все руки мастера вот таким прекрасным образом оформляют свои дома, целые улицы. Ну, просто интересно, необычно, очень оригинально, и, ну, поневоле засматриваешься на вот эти интерьеры и экстерьеры, так скажем. Ну, а у нас вышивальный канал, вышивальное сообщество, и я хочу показать вам свою коллекцию схем для вышивок на тему Хэллоуин, которые я собирала, ну, в течение, ну, некоторого времени. Я увидела несколько схем, и мне очень понравилось. Все они практически в жанре примитив, сэмплер. И за счет того, что они такие маленькие, меня это подкупает в плане того, что их можно очень быстро вышить, буквально за день, за два, и сделать такую тематическую вышивку. И включив туда любимые атрибуты. Смотрится здорово, тем более сейчас очень много схем для вышивки. Каждый может для себя найти какую-то из них и порадовать себя и своих домашних. Вот. Кто-то вышивает символы года на каждый Новый год. Вот. Ну, а почему бы не вышить картинку с эстетикой Хэллоуин этой прекрасной яркой осенью? И времени у нас остается еще достаточно, практически 20 дней в запасе, поэтому я думаю, что любую из представленных сегодня вышивок вы, дорогие мои друзья, смогли бы вышить. Я тоже решила в этом году вышить вышивку на тему Хэллоуин, которая зацепила меня просто с первого взгляда, но в сегодняшний обзор она не попадет, я буду делать о ней специальное видео. Дорогие друзья, все эти схемы у меня есть на моем компьютере, они хранятся, я их пронумеровала для удобства. Если вы не хотите искать их в интернете, они все есть в свободном доступе, я их именно оттуда и собирала по одной. Вот, если вас какая-то схема заинтересовала, вы можете написать в комментариях ее номер для удобства, и я вам обязательно пришлю схему, если вы захотите ее вышить или просто иметь у себя в запасах.
И если не хотите искать, конечно, сами в интернете, очень много достойных схем. Мы сейчас с вами их посмотрим. Посмотрим одну многоцветную схему, большую вышивку, которая, по-моему, наиболее полным образом раскрывает тему Хэллоуин. Также полистаем журнальчики на эту тему. Короче, усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет достаточно длинное видео. Я хочу поговорить с вами о вышивках на эту прекрасную тему. Итак, дорогие друзья, хочу сразу сказать, что все схемы выставлены не в порядке моего предпочтения от большего к меньшему или наоборот. Они выставлены у меня именно в таком порядке, как они хранятся у меня на компьютере для удобства. Поэтому я буду говорить, каким именно схемам отдаю предпочтение именно я и почему. Итак, первая схема на ваших экранах, она содержит три сюжета. Она взята, практически все схемы, которые сегодня будут представлены, они были взяты из тематических журналов или очень таких старых журналов о вышивке. По-моему, вышивку на тему Хэллоуин по бумаге из какого-то старого журнала. Это очень-очень атмосферно, во-первых, очень так уютно, по-моему. И вот такие схемы, такие работы я бы обязательно вышила с бумаги, не прибегая к саге. Потому что я вышиваю, и все эти схемы предусматривают вышивку на тканях равномерного переплетения, окрашенных, тонированных красиво. Вот. И я такие работы не вышиваю по электронным схемам, и для меня предпочтительная бумага. Так что имейте в виду, что если вы захотите, чтобы я прислала вам какую-то либо схему, то они будут, конечно, в отсканированном виде. Некоторые схемы будут в формате PDF. Какие точно, я вам не скажу сейчас, но несколько, 3-4 схемы есть в формате PDF. Итак, друзья, обращаю внимание на первую схему, вы уже достаточно налюбовались на нее. Это три сюжета, которые мне безумно нравятся, я бы вышила их все. Вышиваются несложно. Это очаровательная ведьмочка в таком пышном платье с фонарем, три тыквы с разными выражениями лиц. И куда деться от такого страшного, пугающего домика. Вот. Очень красивый орнамент. Вышивается все одним черным цветом, контурами. И легко и просто, посмотрите, вышив на тонированной основе, вот такой несложный сюжет, порадовать себя таким интересным атмосферным дизайном. Далее перейдем ко второй вышивке. Тоже здесь у нас такой домик на отшибе, которым ведет кривая дорожка, пугающие, страшные, кривые деревья, какие-то памятники, черные кошки, вороны, зловещая луна и, конечно, в углу примостилась ведьмочка, держащая тыкву. У ведьмы кривой нос, длинный подбородок, как я их обожаю, и на них смотреть это, по-моему, такая великолепная находка, изображать их вот так вот. Ну, посмотрите, простой контур вышивается, ну, там, ну, я не знаю, сколько тут, 10 минут, наверное, нужно вышивать вот эту вот ведьмочку. Ну, вышила уже, и такой атрибут Хэллоуина у вас дом появился. Вот, можно на чем-нибудь вышить. Здорово. Вот очень простой сюжет. Тут десяток цветов. Вот, можно даже на белой какой-то основе вышить. Вот. Вот такая вот схема. Следующая схема, это называется Бу. Это пугающая схема. Ворона пугает тыкву или наоборот. Очень понравилась эта схема своей простотой и тем, что она яркая, прикольная здесь тыква. Вот.
Ну, вы все видите сами, очень проста в отшиве. Один вечер потратила, и вот тебе уже такая картинка, которую можно очень красиво антуражно оформить. Следующая схема производителя, с которым мы уже встречались. Такой сэмплер, разделенный у нас на три вертикальные такие колонки. Значит, что у нас тут? Опять красавица-ведьма на метле, зловещий домик. Добавляются у нас уже какие-то животные и птицы. Здесь уже у нас есть волк, воющий на луну, кошка, ворона, сова. Вышивается все это двумя-тремя цветами, я так думаю. И такая она, эта вышивка, ну тоже все, все туда поместили, что можно. Вот. Жалко, что нет паутины. Вот. По-моему, к схеме прилагаются еще вот такие маленькие схемы вот этого скелетика и летучих мышей. Вот. Но она, конечно, подольше вышивается, потому что здесь много элементов, но можно вышить один из них какой-нибудь. Вон, мне больше всех нравится домик с такой трубой. Вот. Вот, ну, такой, такая забавная вышивка, прикольная. Далее вышивка не столько на тему Хэллоуина, сколько на тему осени. Черный кот сидит на тыкве. Все мы помним замечательную разработку «Повелитель тыкв», но та работа вообще сложная очень. Там много бэка, много четвертинок крестиков. Вот. А это вообще, по-моему, легкотня, справится первоклассник. Вот. Ну, тоже замечательный осенний сюжет. Ну, черный кот, он в Хэллоуин тоже присутствует, поэтому можно отнести и эту вышивку к разряду вышивок на эту тематику. Продолжаем смотреть работы от Prairie Schooler. Cats, Bats and Witches. Короче, такой сэмплер, на котором ведьма, опять же, в каких-то сапогах с длиннющим носом, с кривыми волосами и остроугольной шляпе вместе в компании с летучими мышами пролетает на метле над городом и над зловещей луной. Домики симпатичные выстроились в ряд, и между ними торчат такие же зловещие елки. Украшено все какими-то фразами на тему Хэллоуин. Вот. Ну, для любителей этого производителя, по-моему, очень красивая схема, атмосферная. Вот. Ну, у данной фирмы-производителя достаточно однотипные сюжеты, просто по-разному скомпонованы. Вот. Ну, тут уже на вкус и цвет. Смотрите сами. Далее, вышивка очень яркая. Ну, во-первых, за счет того, что она вышита на такой розоватой дымчатой основе, ну и сама по себе она тоже яркая, необычная. Отличается от просмотренных нами ранее. Тыквы, грязная дорога ведет опять же в замок, какой-то домик на самом отшибе. Деревья уже у нас голые, с голыми ветками, на которых колышутся одиночные листочки. И все это на фоне огромной, полной новой луны и летающих летучих мышей. Вот. Ну и, конечно, скелет украшает эту вышивку. Дети боятся идти просить свои конфеты в этот дом и всячески друг друга подталкивают. Поэтому и вышивка называется «Don't be scared». Это, то есть, не пугайся и не будь напуганным. В общем, замечательная работа. Ну, придется посидеть подольше, чем, конечно, на простеньких сюжетах. Говоря о простеньких сюжетах,
обратите внимание вот на этот прекрасный образец. Это котел, в котором варится какое-то зелье, но это не простой котел, а котел, украшенный бисером. Здорово, я прямо влюбилась. Такой элемент прекрасный, такой небольшой, миниатюрный и очень такой живописный, как какая-то драгоценность. Здорово, можно тут фантазию свою проявить, отдать ее в разгул и подобрать какие-то бисеринки очень красивые. Ну, есть на чем разгуляться. Красивый, очень лаконичный и такой драгоценный сюжетик. Вот, думаю, очень легко и быстро вышивается, и те из нас, кто любит работать с бисером, особенно стеклянным, дорогим, красивым, и трежерсами от Сваровски, ну, будут только в восторге от этой схемы. Очередная схема, которая называется Эдгар Аллен По Сэмплер, демонстрирует нам ограду дерева. Ну, такая вообще для меня страшноватая вышивка, такая мрачная. Вот. Хотя и достаточно веселенькими цветами она вышивается. Ну, вот и такая вышивка есть. Небольшая и тоже очень интересная схема с оградой, воротами, кривыми деревцами и фишка этой схемы в пугающих нас привидениях. Вот такие интересные персонажи. Вот, и тыквы тоже улыбаются. Ну, очень легко, посмотрите, обратите внимание, ну, что тут вышивать, да? А ведь можно очень красиво ее оформить, подать и украсить атмосферу своего дома в осенние дни. Также на этой схеме, на этой картинке представлен вариант оформления вышивки с вот этим летающим привидением из страшного домика. Летит, улыбается. Такое платье у нее в лохмотьях. Вот, ну, усыпано розами, короче, вот это привидение милое. Очаровательное такое, самое красивое привидение в вышивке, по-моему. Вот. Вариант оформления в сумочку тоже очень красивый, и меня очень радует вот выбор основы вот именно вот такой. По-моему, очень для Хэллоуина подходит. Вот такая основа бело-бежево-голубая, сероватая, с разводами. Ой, красиво очень. А вышивать практически нечего. Следующая схема также это типа сэмплер с набором различных элементов, характеризующих Хэллоуин, очень красиво выстроенные и неплохо проработанные. Домик, тыква, сапоги, ведьма, все, что нужно, все, что душе угодно на этой схеме с красивыми узорами можно найти. Она яркая, она красивая, веселая и почему бы и нет. Я знаю, что очень нравится всем вот такая вот вышивка в виде квакера с различными хэллоуинскими атрибутами, но с оформлением такими прекрасными, неповторимыми узорами. Да, вот типа мандалы получается, очень красивая. Очень. Для тех, кто любит совмещать, можно совместить вот эти вещи, это мандалы и хэллоуинский праздник. Вот. По-моему, удачно вписываются вот эти тыквы, шляпы, ведьмы, мыши в такое вот красивое, такое элегантное оформление. Вот эта схема мне очень нравится. Нравится потому, что вот здесь тыквы, они все разные и все весело улыбаются.
Они разнообразные, такие разноплановые и круглые, и грушевидные, и висят на голом бедном дереве. Вот. Ну, тыквы вот здесь мне больше всех нравятся. И посмотрите, что необычно, да, для с хэллоуинского сюжета, это кораблик. Посмотрите, какой милый такой маленький кораблик на спокойном голубом море. Вот. Такой неоднозначный, да, хэллоуинский сюжет, но интересный. Никогда не видела ничего подобного, что вот кораблик на фоне хэллоуинских атрибутов был. Еще обратите внимание на интересную деталь. Здесь очень красивая паутина. Я очень хочу вышить паутину, очень просто. И посмотрите, с Луны на тоненькой паутинке свисает паучок. Очень интересное решение, необычное вообще. Здорово. Ну вот это вот мне очень нравится вышивка. Вот из перечисленных котел я обратила внимание особое. Котел и вот это вот пока мои фавориты, но их еще будет много. Далее нас встречает тоже достаточно необычный сюжет для Хэллоуина, в котором мы видим вот такую овечку. Овечка у нас нестандартного размера, на ней притаился черный котик. И в лучших традициях Хэллоуина здесь тыквы, смеющиеся, и страшный домик с кривым деревом. Вот. Достаточно интересный, неизбитый сюжет. И, кстати, очень мне понравилось, как оформлена, ну, рамочка, не рамочка, вот из этих цветочков. Вот. И название тоже, по-моему, здесь не лишнее. Я не очень люблю вышивать какие-то слова, буквы. Вот. Но здесь, по-моему, красиво смотрится, красивый шрифт. И все, по-моему, гармонично. Все в целом, да, картинка смотрится великолепно. Если кому-то понравилось, пишите. Далее. Схема называется In the Garden. Это показывает нам какие-то элементы сада, украшенные в честь Хэллоуина. Здесь также мы видим тыкву на подсвечнике, какой-то заборчик с тыквами, девочку, страшный домик и, думаю, ведьмочку. Очень простые, элементарные просто вышивки. Сел и вышел, и дальше пошел. Вот, посмотрите, Midnight Manor очень мне нравится схема, вот это тоже я обратила внимание, что мне здесь нравится, ну, само собой домик, и паук здесь есть, и летучая мышь, и кошка, и тыква, все есть, и даже кто-то выглядывает из дверцы этого замка, да, но больше всего меня здесь покорила вот эта оградка и открытая дверца. Посмотрите, как здорово она вышита, как здорово получилось здесь. Думаю, нет бэкстича. Вот, смотрится великолепно. Эффект открытой калитки завораживает просто. Ну, просто, ну, настоящая изюминка и находка, мне кажется. Вот это тоже мой фаворит в схемах для вышивки на тему Хэллоуин. Следующая работа вышита на, посмотрите, тоже красивой основе, показывает нам, ну, ведьмочка, не ведьмочка, но, скорее всего, ведьмочка, которая собралась мухоморы варить. Вот, и помогает ей кошка черная, мышка летучая, вот, ну и текст тоже написан. Старая ведьма Мэри, так называется эта вышивка. Вот, ну, здесь мне нравятся ведьмы, которые такие веселые, расхлябанные, с тремя волосинками, с кривыми ногами, с огромными сапогами. Ну, такие веселенькие, в общем, с длиннющим подбородком. Еще бывают там с двумя зубами. Ну, в общем, такие персонажи мне больше нравятся.
Вот, а здесь такая, ну, очень такая добропорядочная ведьма. Вот, посмотрите, какой сэмплер. Он сам по себе смотрится очень красиво. Такой похож на какие-то кельтские узоры. Не знаю, конечно, тут вряд ли есть кельтские узоры, но мне напоминает что-то это. Набор атрибутов Хэллоуина очень красиво вплетен в орнамент. И, в общем, создается прекрасное впечатление. Вот такую основу для вышивки тоже бы найти. Да? Она просто сияет. В нужных местах она светлая, где-то темненькая. Ой, столько всего здесь можно рассматривать. И, короче, любители сэмплеров, обратите внимание на Prairie Moon. Так называется этот сюжет. Вот, тоже показываю отшив схемы, которые у меня есть. Тоже в форме сэмплера выполнен набор атрибутов Хэллоуина с красивыми узорами. Тыква прикольная, очень нравится. И подсвечник. И еще нравится привидение. Посмотрите, беленькое летает. Вот. Ну, все, что нужно здесь есть, на красивой основе вышить и радоваться. Красивая тоже схема. Далее небольшая такая работка. Ведьма за работой. Она стоит, что-то там варит, какое-то зелье. Конечно же, под какой-то кривой осиной, из которой пауки свисают. Вот. Ну, здесь вышивка такая полноценная, не силуэтная. Вот, ну, я бы хотела вышить именно что-то такое, какие-то силуэты, а это уже вышивка такая, ну, как авторская схема в полном таком своем смысле, такая она. Короче, не простенькая, а уже приближенная к обычным схемам, которые мы привыкли видеть у многих авторов. Далее интересная работа. Это вот такой цилиндр, украшенный хэллоуинскими сюжетами. Ну, можно и вышить просто кругленькую работу, тыква веселая в колпаке, и рядом примостилась кошечка черная. Вот. Ну, тоже потратить очень непродолжительный период времени и вышить такую яркую небольшую работку. Вот. По-моему, здорово. По-моему, в инструкции есть, как этот цилиндр делать, сшивать. Также обратите внимание, что здесь есть вот такие пуговички, да, тематические. Мне кажется, что не обязательно их где-то заказывать там на американских сайтах. Мне кажется, что в обычных рукодельных магазинах я встречала подобные пуговички, и думаю, что здесь тоже фантазия ничем не ограничена, можно что угодно накупить, можно самим раскрасить, а можно сделать даже из полимерной глины и пришить. Ну, в общем, творчество в чистом виде. Ой, я бы занялась, но не знаю. Надо поискать такие пуговички, надо посмотреть. Дальше работа, вот, как я люблю, такая контурная. Тоже здесь ведьма такая неплохая, симпатичная, как я люблю, с тремя волосинками. Вот, и красивая тыква, и луна с глазами. Симпатичная работа, очень простая. Единственное, вот что меня напрягает, так это вышивка одним цветом. Я никогда не вышивала еще до сих пор. Вот. В моей работе не один цвет, конечно, который я буду вышивать, вот, но тоже маловато. И в основном все коричневые, в общем. Вот. Ну, я бы обратила внимание вот на вот эту Starry Witch. Далее работа The Giving Sisters. Здесь у нас две ведьмы уже для большего колорита. Вот, что-то они совместное такое готовят, кидают в общий котел. Вот.
Симпатичные ведьмочки, видела отшив, очень красивый. Посмотрите, 2007 года это вышивка, вот эта схема. И схема она из журнала, отсканированного, тоже такая старенькая. Ой, думаю, одно удовольствие вышивать. Далее The Spell Store – это магазин, полка магазина с хэллоуинскими атрибутами. Что мне нравится здесь, так это паутина, конечно же, склянки с какими-то ядами, чудодейственными зельями, ну и метла. Вот здесь метла, прям так очень красиво она прорисована, необычно. Далее смотрим вышивку от известного нам уже производителя. Очень много у него сюжетов. Показывает нам уже непосредственно вечер, дня Хэллоуин, когда дети ходят по домам, пугают всех. Вот здесь детки нарядились ведьмой, каким-то котом, скелетом, тыквой. Вот, и они бегут вот в этот страшный-страшный дом. Вверху летит ведьма. Такая, как я люблю, зловещая луна, тоже здесь мало цветов, но яркие перекликаются с темными цветами и, ну, очень гармонично, красиво выглядит, даже на белой основе. Следующая вышивка, опять же, у нас ведьмы за своим каким-то чудотворным зельем под старым деревом. Сюжет уже нам что-то напоминает, где-то мы уже такое видели, да, типа того. Ну, что мне больше всего нравится в этой схеме, так это логотип кота в левом верхнем углу, такой прикольный, симпатичный. Ой, не могу. Далее работа, тоже обратите внимание, мне очень понравилось. Здесь есть все, что нужно. Посмотрите, у дерева какие руки, какой длинный нос, с каким негодованием он смотрит наверх на привидение или на сову, которые там примостились. Вот. Или на дупло, кто-то там тоже засел. Вот. Ой, не могу. Красиво. Из домика вылезает привидение. Еще какие-то там скелеты, летучие мыши. И красивая такая, красивый силуэт ведьмы на фоне полной луны. Как здорово. Очень красивый, яркий, живописный сюжет. Но, к сожалению, домик здесь не очень страшный. Вот, обычный домик. Далее, вот тоже еще более обычный домик, не знаю, насчет Хэллоуина, подходит он или нет. Ну, вот такой осенний дом, скорее всего, здесь очень красиво фрузелками выполнена опавшая листва. Ну, вороны сидят в сарайчике, метла стоит, возможно, и к теме Хэллоуина. Можно отнести эту работу, но вообще я бы ее назвала осенний домик, пряничный какой-то. Посмотрите, как веночек выполнен, который домик украшает, какой дым из труб красиво клубится. Ну вообще, похож на какой-то старый русский терем. Ну, больше всего меня здесь подкупает оградка, посмотрите. Здорово выполнено. Такие ровненькие, красивые элементы, ковка. Здорово. Меня всегда это радовало в вышивке, но из подобного у меня вышита только люстра на моем ленивом коте. Ну, если будет интересно, я вам потом его покажу. Далее посмотрите, работа, заслуживающая внимания, с очень интересным сюжетом. Кот в испуге вздыбил свою спину. Из дупла дерева традиционно смотрит какое-то чудище. Не обошлось без совы, ведьмочки летящей. Прикольная ведьма, прописана так интересно, хорошо. Нижняя юбка у нее торчит. Вот замок, конечно, весь покрытый мраком. Из замка выглядывает привидение, тоже смотрит куда-то.
И на фоне полной луны этот замок, летучая мышка. И мне больше всего нравятся вот эти, ну, как выполнена трава, вот этот мох. Здорово прочертил контуры дорожки. Здорово, здорово, очень красиво. Хочу сказать, что вот эта луна полная, я видела вышивку по этой схеме, и она вышита, вот эта луна, светящимися нитками. То есть днем вы видите вот такую золотистую желтую луну, а ночью, когда выключается свет и комната погружается во мрак, она просто светится, сияет. Тоже гениальная находка. Здорово, и привидения тоже сияют, и глаза у дерева вот тоже. Ой. Ну, очень интересно. Вот такая вот лаконичная вышивка, но столько в нее можно всего понапихать, ее как-то вот улучшить. И вот тема Хэллоуина, она вот может раскрыть все таланты, по-моему, как никакая другая. Вот, проявить свое воображение. Далее. Такая лаконичная очень вышивка, но мне понравился сюжет, что ведьмочка играет на паутине, как на каком-то струнном музыкальном инструменте, вот, на какой-то арфе, и ноты разлетаются по лесу. Тоже очень легкая работа. Меня заинтересовала эта вышивка, мне она по душе. Вот. Интересный, неизбитый сюжет, и вышивается легко. Паутина, опять же. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание. Далее посмотрите похожий сюжет на тот, который мы уже видели. Опять же, замок в шоке, деревья в шоке. На фоне полной луны, которую также можно выполнить светящимися нитками, ведьма идет вместе с каким-то там привидением к себе, думаю, домой. Вот. Ну, такой ошеломляющий такой сюжет. Звездочки рассыпаны по небу. Очень красиво выполнена зелень, вот эти кусты. Здорово. Потратить немного больше времени, вышить такой интересный сюжетик. Ой, очень красивый. Далее необычная вышивка. Вышивка в форме овала. Тоже настоятельно прошу обратить внимание. Очень красивая окантовка, рамочка. Саму девушку, не знаю, я бы, может, и не вышивала. Вышила бы только вот эту рамочку. И туда можно что-то поставить, какую-нибудь, не знаю, может, фотографию там или что-то. Ну, вообще сама по себе тоже красивая. Ну, все здесь так. Ну, рамочка мне очень понравилась. В основном вот рамочка, тыква красивая. Летучая мышь, ворон и вообще вот эти вот кусты, цветы, стебли, ветки красиво переплетаются. Очень достойная разработка. Далее обратите внимание на вот эту вот вышивку. Тоже, скажем, один из моих фаворитов. Здесь домики идеальные для Хэллоуина, опутанные красивой паутиной. И ведьма в самом своем прекрасном обличии, по-моему, красивая, с кривым носом, с длинным подбородком, в таком платье с кривой метлой, вся косматая, лохматая, красивые такие тыквы. И надпись красиво здесь тоже вплетена в сюжет. И что мне нравится, вот эта ветка, на ней такие одинокие кленовые листочки. Ой, не могу, ну, вот простота в своем первозданном виде. И, ну, посмотрите, как здорово смотрится. Основа подобрана тоже очень красивая вот здесь вот. Тоже надо стремиться такую основу подобрать для вышивки. Ну, тоже делать нечего здесь. Никаких практически времени не занимает такая прекрасная вышивка. Девчонки, берите. Вышивайте. Вот над этой вышивкой придется, конечно, покорпеть, но она тоже очень-очень достойна вашего внимания. Здесь, конечно, на превью отвлекает разнообразие различных декоративных элементов. Это тыковые листочки, бусинки. Вот. Но если всмотреться в сюжет,
Здесь очень много красивых надписей, танцующие тыквы внизу, просто потрясающие, черепа, совы, кошки черные в различных позах. Ну и что мне больше всего нравится, это вот этот маленький такой, малюсенький, но такой симпатичный домик. Он, я не знаю, сколько он клеточек, вообще стежков занимает в своих параметрах, но такой он классный, такой маленький, хорошенький. Можно вышить, например, вот этот вот квадратик на фоне полной луны, домик, летучая мышь и заборчик. Ой, красиво, очень красиво. Видела в приближении вот этот домик. Ну, само очарование, милейший. Далее хочу познакомить вас с вышивками, которые такие из серии всего понемножку. Такие вышивки, где все намешано в кучу, можно сказать, с одной стороны в кучу, но с другой стороны в логичную кучу. Здесь несколько планов. На переднем плане у нас дорога, далее идет ограда, внутренняя территория вот этого замка. И каждый участок этой схемы чем-то занят. Ну, эти вот работы можно просто только рассматривать и рассматривать. Такая, каждую мелочь вышивать, наверное, одно удовольствие. Здесь они быстро вышиваются и классно получаются. Вот у меня три такие схемы есть. Посмотрите, они немного отличаются, но в основном смысл у них один и тот же. Это домики, оградки и несколько планов картины. То есть передний, внутренний и задний, так скажем. Вот. На этом домике мне нравятся привидения, паутины. Вот. Красивый. Красивые очень сюжеты. Ну, наверное, сложноватый в отшиве. Эта вышивка как журнальный разворот. Несколько сюжетов, которые можно бесконечно рассматривать. И это действительно какие-то сюжеты. В центре, опять же, две ведьмочки чего-то варят. Ну и можно вышить как один сюжет, так и полностью вот такую картину. Тоже очень достойная разработка на тему Хэллоуин. Посмотрите, вот эта вот работа нравится мне очень. Во-первых, опять же, посмотрите, какая красивая здесь основа, как она подходит. Вообще выбор основы – это очень важно. Опять же, здесь на этом сэмплере есть все, что нужно. Каждый раз я на нее смотрю, нахожу что-то новенькое. Это домики, город красивый, очень разнообразные узоры, разные формы, разные техники вышивки. И мне очень понравилось, как кошки вплетены тоже в какой-то узор. Ну, здорово. И ведьма очень красивая, симпатичная. И луна очень изящная здесь, на этой вышивке. Ну, вообще, мне вот очень приглянулась вот эта работа. Следующая Хэллоуин Таун. Тоже очень-очень простенькая работка, вытянутая по горизонтали, несколько домиков, несколько ведьмочек, и кошка летит на метле. Вот. Тоже очень достойная работа, вообще и красивая презентация, мне кажется, на превью. Далее один из моих фаворитов, вот этот вот страшный-страшный домик, который приглашает нас добро пожаловать, да, но оттуда вылетает привидение, тыквы, опять же, страшнючие деревья, коты, ведьма какая-то, ну, не очень такая, какая-то пухленькая такая, недоделанная ведьма летит, и луна нарастающая. Вот. Ну, в целом, наверное, вышивается здесь все черным цветом исключительно. Вот, но смотрится устрашающе, жутко и, ну, очень красиво, очень атмосферно.
Далее тоже очень красивый, яркий сюжет. Happy Halloween, кошка, тыквы и красивая основа для вышивки, которая подчеркивает нам цвета тыквы и вот эти деревья. Прям какие-то сумерки получились вот на этой вышивке, красивый орнамент. Далее, девчонки, обратите внимание вот на эту вышивку. Это тыква в форме домика, вроде ничего необычного, но, девчонки, обратите внимание, посмотрите, рассмотрите вот этот котел, как он вышит. Он вышит крестиком, далее костер под ним вышивается какими-то черточками, бэкстичем в разных направлениях, там разными цветами. А само вот это варево, которое там варится, какой-то, не знаю, что там вышито, фрузелками. Я когда увидела, я просто, ну знаете, аж рот открыла от удивления. Мне до того это понравилось, как фрузелки использованы для того, чтобы передать клубы дыма, клубы пара, вот этого варь, пены, вот все, что там варится, выливается. И все это вышито фрузелками. Представляю, до чего же это красиво смотрится на равномерочке, как это все красиво. Я уже тоже, у меня крамольная мысль у меня затаилась на моем дизайне, тоже куда-нибудь такой котел прилепить. Не пропадать же добру, посмотрите. Был бы здесь такой страшный домик, да, какой-нибудь. И, ну а так, я бы вышила, говорю, если был бы страшный домик. Я могла бы вышить вот этот сюжет, и ведьмочка старая такая, симпатичная, и котел. Конечно, это просто изюминка, и вообще, я не могу о нем забыть. Постоянно думаю, какой он классный. Вот, вообще, очаровательная вышивка. Далее, девчонки, обратите внимание вот на этот сюжет. Какая красивая оградка, выкованная, такая кованая, тыквы рядом, фонарики горят, там скелеты танцуют. Вышивка называется, да, «Танцующие в полнолуние», дерево красивое. Тоже, ну, выбор основы замечательный. Очень рекомендую вот эту вышивку. Не знаю, вот эту оградку тоже, наверное, надо утащить. Я не знаю, у меня будет работа такая, в которую я стащу из моих хэллоуинских схем все в одну. Но это достаточно сложно, потому что вышиваю не по электронной схеме, а по бумаге. Вот. Тут сложно вообще пропорции какие-то соблюсти, поэтому... Не знаю, девочки, все хочется, хочется просто все. Или вышивать по одному в год, допустим, такие вот сюжеты. Ладно, короче, на этой вышивке у меня заканчиваются простые схемы. Вот, и хочу вам показать, друзья мои, вышивку, о которой я говорила в начале, которую, на мой взгляд, это полное 100% попадание в тему Хэллоуин. На своих экранах вы видите, это авторская разработка какого-то дизайнера, к сожалению, я забыла, чья. Вот, но это многоцветная, большая, полноценная вышивка, которую нужно вышивать долго и упорно, серыми, черными цветами. Вот, но результат получается просто сногсшибательный, бомбический. Какие клубы дыма, какие облака страшные. Где-то что-то светится, тыквы страшно так встречают гостя в открытой калитке. Черный кот ходит, и, конечно, он там с косой старух ходит. Ну, очень страшная вышивка. Ну, я очень хочу посмотреть, как бы она смотрелась в вышитом виде. Наверное, это невероятная красота. Невероятная просто. И ведьма летит на фоне полной луны. Замечательно, потрясающе просто. Ну что, девочки, также посмотрим несколько страниц журнальчиков. Вот Just Cross Stitch,
2007 года журнал полностью посвящен Хэллоуину, 53 страшных дизайна, и даже открывает обложку, на обложке, в общем, центральный сюжет, посмотрите, потрясающий, просто потрясающий, на черной равномерке убийственно вышивать, но до того он такой яркий, красивый, слов нету. Посмотрите, нос какой у ведьмы, шляпа, чудо, чудо из чудес, мыши, тыквы, ой, все тут прекрасно, девчонки. Если вам нужен этот журнал, тоже пишите, я вам его пришлю. Вот. Разбито у нас тут по содержанию, тоже по каким-то разделам. Очень красиво, атмосферно оформлен этот журнал. Вот бы его полистать вручную, ручками своими потрогать, да? Вот. Ну и опять же, здесь есть вышивки, схемы которых мы уже посмотрели, а есть новые. Вот такой старый-старый заброшенный дом с разбитой крышей, с разбитыми окнами. А кому же там жить, кроме как привидениям и паукам? Вот здорово, Haunted House, красивый. Схемки. Ай, вот такой дом, который, за которым можно подглядывать из каких-то кустов какой-то ягоды. Вот, очень красивый, яркий такой сумеречный хаос. Сумеречный дом. Вот. Веселенький сюжет с тыквой и привидениями веселенькими, опять же. Вот такой сюжет. Флажки Хэллоуин со словом welcome, добро пожаловать, да, тоже очень оригинальная змея, кости, сапог, луна, тыква, свечки, наверное, и что-то такое страшное, дерево, наверное, не знаю, что это. Такое на букву Е. Вот, ну, вы видите, приведены схемы все с номерами ниток. Ну, все как обычно. Ой, посмотрите, какая надпись красивая, украшена подушка. Да, симпатично. Да, тоже можно вышить, да? Здорово. Повесить себе куда-нибудь на дверь. Ну, вообще, вы заметили, что сюжеты с Хэллоуином, они очень живописные, какими бы они ни были. Глаз. Вот, нетрадиционное использование бэкстича называется. Да? Тоже вот какие-то хэллоуинские сюжеты. Это симпатичный. Такие колья неровные, такая зловещая тыква, очень красивый. Вы уже поняли, да, какие мне нравятся сюжеты с хэллоуинской тематикой. Вот. Найди больше бесплатных журналов на вот этом сайте. Надо будет зайти посмотреть, что там за сайт. Вот. А вот и нитки, да, которые светятся в темноте. Интересное очень решение. Да, ну, это крейник, да. Но если их заказывать, то не успеешь вышить, наверное, до Хэллоуина. Ну, вот, а в обычных магазинах вряд ли такое будет. Ну, надо посмотреть, может, в Леонардо есть. На моем сюжете есть луна. О, глаза. Так, ну что, листаем дальше. Какие-то такие небольшие совершенно работки, прикладнушечки.
Ну вот с хэллоуинским сюжетом я бы сделала какую-нибудь прикладную вещь, а это вот уже какая-то идет хендмейд, самоделкинская метла, тоже симпатичная. Да, 117 страниц в этом журнале. Как говорилось, 53 каких-то сюжета на хэллоуинскую тематику. Короче, вышивая не хочу. Вот такие контурные, очень красивые такие элементики. Можно нашить куда-то. Вот. Опа, вот такая вот сова. Я не включила ее в свои схемы, но она тоже у меня есть. У меня есть эта схема, но она есть и в журнале, конечно. Вот. Вот она, собственно, симпатичная. Вот. Тоже ничего такое. Схема с чайками. Маленькая ведьмочка. Идеально для каких-то прикладных вещей для девочек, допустим. Опять же, какие-то пугающие сюжеты. Вот они пошли. Ой. Короче, чего-то только нет. Я рассматривала эти журналы. Одно удовольствие, в общем, их рассматривать, друзья. Давайте посмотрим второй. У меня есть журнал от 2019 года тоже. Посмотрим, какие сюжеты напридумывались спустя 2 года. От 2017, когда был прошлый журнал выпущен. Вот. Ну, посмотрите, элементарно все вышивается, но зато как здорово, как красиво. С бисером. Да. Какая паутина прекрасная. Почему мне так нравится паутина, я не знаю. Но смотрится она просто бомбически. Украшает любой хэллоуинский сюжет. Реклама тканей Pictures This Plus. Ну, конечно. Безупречное окрашивание. Красивые очень. Разводы красивые. Ткани. Созданные просто для вот подобных вышивок. Как вам? Ну да, вот здесь вы можете оценить сложность подобных работ. Вот очень большие группы цветов. Ничего сложного здесь нет. Прикольно. Что-то, по-моему, упростились. Вышивки, а вот это вот, ну, типа того я вам показывала, да, вышито на синей основе, а детки идут, ну, здесь не очень хорошая проработка, по-моему, проще было просто коричневую дорожку сделать или фрузелками вот такую опавшую листву обозначить. Ну, вот видите, достаточно сложный, ой, тут вообще... Глаза сломаешь, давненько не вышивала на по бумаге. Вот это вот очень такая закладка, да, молния, посмотрите, здорово. Можно молнию бэкстичем сделать или креником каким-то на скале. Вот, страшный домик стоит. Ну, как я уже говорила, упростились, по-моему, сюжеты. Вот. Или мы просто не дошли до сложных. Ну, сравнительно сложные. Home, sweet, plant work. Home. Симпатичный котик.
Вот такая веселая ведьма с лягушкой. Вот тоже. Что это? Аватар какой-то. Опа, посмотрите. Ох, какой наряд. И с галстуком привидение идет. Прикольный какой. О, посмотрите, какая лапа. С когтями такая. Ой, да она же вышивает. Друзья, она же вышивает. Посмотрите, у нее игла. И туда заправлена нить. Она пишет Witch Stitch. Ведьмина вышивка. Потрясающе просто. Посмотрите. Вот эта находка. Различные виды шляп. Какая на вас смотрит, да? Ой, это что у нас? Это уже какая-то фея пошла. Не особо к Хэллоуину относящаяся. Вот он. Типа повелитель тыкв. А, вот это мы видели с вами. Вот это цилиндр. Так он выглядит сверху. Опа. Double, double, toil and trouble. Да. Варится. Ой, ну всегда котелки, кстати, здорово выглядят. Как вы не посмотришь, все такие симпатичные. Ой, друзья, не знаю, удобно ли вам наблюдать за тем, как я прокручиваю журнал. Если вам интересно, я вам обязательно его пришлю. Либо набирайте в поисковике там Special Collectors Halloween, и в формате PDF вы его можете скачать совершенно спокойно. Возможно, есть и другие года. Я не смотрела еще. Опа, посмотрите, это внутреннее убранство домика, да, симпатично, симпатично, вот эта вот часть, вообще скелет в шкафу, друзья, смотрите, наглядно, да, скелет в шкафу, красивое, мне нравится, огонь полукрестиком тоже, камин такой, посмотрите, здорово, здорово, мне очень нравится. Вот так он должен выглядеть. Смотрите, снимаешь крышу и смотришь, что там внутри. Оригинально, правда, друзья? Очень симпатично. Очень симпатично. Смотрится просто великолепно внутри. Ну, хотя... Куда это применить? Да, друзья. Опять же, рекламу бесплатных каких-то журналов. Да чего только нету, дорогие друзья, в нашем вышивальном мире. Вот. И даже инструкции, как вышивать. А вот как делать эти кисти. Фрузелочки. Ну, в общем, друзья, мы посмотрели с вами, пролистали, пробежались по страницам журнала на тему Хэллоуин. И посмотрели множество других схем, которые я собирала, которые есть в моей коллекции вышивок на тему этого очень яркого, специфичного, антуражного такого осеннего праздника. Вот, даже те, кто не имеет к нему никакого отношения, например, я, смогут найти красивый сюжет, но который просто красивый, вот, который веселый, симпатичный. По-моему, сегодня было показано очень много подобных работ. Ну, напишите, пожалуйста,
понравились ли вам эти сюжеты, какие-то больше, какие-то меньше, может быть, какие-то вы хотели бы вышить или иметь у себя. Как я уже говорила, повторюсь, вы можете написать в комментариях номер понравившейся схемы, вот, и я вам ее обязательно пришлю. Или можете скачать в свободном доступе в интернете. Может быть, у вас есть другие какие-то замечательные хэллоуинские сюжеты. Их море, их просто куча, их миллиарды. Я не знаю. Народ очень любит этот праздник. Ну, а я очень люблю его атмосферу и отдельные элементы, которые мне было бы интересно соединить в один какой-то сюжет. Вот. И у меня непреодолимое желание вышить что-то на эту тему. Несложное обязательно, не вкладывать туда никакие труды, силы. Просто вышить и все. Потратить на это один, ну максимум два дня. Вот. И получить такую работу, ну как-то реализовать свои мысли на эту тему. Вот, чем я в скором времени и займусь. Короче, друзья, надеюсь, вам понравилась моя подборка. Если что, пишите. Всего вам доброго. До свидания.